Постараюсь бодро, весело, молодежно и подсобрать то, что было от предыдущих спикеров. Потому что во время выступления предыдущих докладчиков иногда хотелось что-то возразить, дополнить. А если можно попросить у людей в коридоре потише быть, и я вот тут тоже попрошу. А, ну все, вроде. Окей. Итак, там, сейчас коллеги сядут. Ага, спасибо. Что могут дать кооперативы квалифицированным специалистам на растущем рынке? Проблемы, задачи, риски и возможности. Вдумайтесь в это название. Пока вы вдумываетесь в это название, я проверяю кликер. Брюки не превращаются. Он тоже должен быть включен. Или там все батарейки. Ага, попробуй. Все, спасибо. Все равно не включен. А ты туда нажми на нижнее, вот, мне кажется. А, все, Вот у меня тоже спасибо. было на бабу. Спасибо. Итак, я расскажу, в каком качестве я здесь нахожусь, и станет понятно в целом, каким образом устроен этот доклад. Одновременно являюсь и специалистом по информационной безопасности, и председателем Комитета по развитию кооперативного предпринимательства на базе Московского городского отделения «Опоры России», и одновременно руковожу производственным кооперативом специалистов по кибербезопасности «Родко», который именно в контексте не попыток уклонения от налогов, а именно с точки зрения создания организации, которая принадлежит собственным сотрудникам и самоуправляется ими, является первой в нашей стране ласточкой, надеюсь, камнем в основе гораздо большего движения. И здесь что-то пошло не так при формировании презентации, но тем не менее я скажу о том, что кооператив, или все-таки я попрошу, если можно, ППТХ включить, потому что я боюсь, что если дальше у нас будут такие накладки, смысл презентации утратится. Или это был ППТХ, тогда PDF, если можно. Тогда PDF. Ага. F5, если можно. На полный экран. Это отечественный софт или по-другому? Да, у нас началось импортозамещение. А давай попробуем. Сейчас вид. И, может быть, здесь есть режим демонстрации. А может, вы настройки просмотра там, вот, да, вот в конце? Может быть, вид страницы, панель навигации. Стоять. А, опять не работает, да? Не работает. Первые шаги. Сейчас главное комментарий. ДЦ. А режим чтения, который был. Режим чтения, давай попробуем. Да, вот может один. О. Видно ли? Да, все видно. Если можно, чуть давай отдалим, чтобы весь слайд ходил. И как-нибудь повыше поднимем. Да, давай вот так отцентрируем. И проверим, работает ли кликер. А, нет, смотри, нужно все-таки сделать полный экран. Я бы попросил сделать полноэкранный режим, если нужно. И F11, если можно, давай проверим. О, спасибо. У нас есть импортозамещенные Вот сотрудники. что значит, Дайте. кооперировались и решили Да, проблему. давайте спишем эти недотические накладки на самоуправление и, собственно, пойдем от краеугольного камня. Кооперация как методологический принцип. Мы слышали о разных формах кооперации. Потребительские, производственные, кредитные, жилищные. И кооперировать можно самых разных субъектов. Имеется в виду их принадлежность к какой-то группе. Есть предприниматели, есть наемные сотрудники, есть люди, принадлежащие к какой-то территориальной общности. Но ключевой момент заключается в том, что кооперация – это про координацию интересов каких-то субъектов. Второй момент. Кооператив – это всегда часть существующей социально-экономической системы. Как бы нам ни хотелось видеть в кооперации какой-то прекрасный мир будущего, в данный момент времени он укоренен в настоящем. А значит, между ним и этим настоящим должны возникать какие-то связи. И львиная доля неуспешных попыток построить кооперативы или вырастить их, что, наверное, более правильно, исходя из того, что кооператив подразумевает субъектность участников, и это не механическое строительство, а договаривание, больше похожее на рынок или психотерапию, или выстраивание каких-то семейных или партнерских отношений. Тем не менее, мы часть социально-экономической системы, если мы это не учитываем,
и пытаемся кооперировать некооперируемое, но у нас ничего не скооперируется. И, наконец, кооператив в определенном смысле слова неустойчив. Такие живые структуры обладают тенденцией к распаду. Они более сложные, они могут чаще ломаться. А о том, как это можно купировать, мы тоже поговорим в дальнейшем. И, как было явлено из названия доклада, мы будем говорить именно о кооперации сотрудников. То есть это совершенно отдельный жанр кооперативного строительства. В конце мы сведем это опять к общим методологическим принципам и поговорим о других формах кооперации, в том числе о кооперации предпринимателей. Но сегодня мы будем подробно рассматривать проблему кооперации сотрудников. Но все те архитектурные вопросы, все те проблемы, которые мы увидим здесь, точно так же будут применимы к кооперированию и других субъектов. Просто там у вас будут немного другие инструменты, немного другие, скажем так, возникать факторы. Но ключевые три вопроса, на которые стоит получить себе ответ. Это, а зачем наемным сотрудникам, в данном случае в роли субъектов наемных сотрудников, зачем наемным сотрудникам кооперироваться? Зачем нам этот производственный кооператив, если я могу там работать в Пятерочке или в Сбербанке, или в какой-нибудь швейной корпорации, или пойти в военно-промышленный комплекс? Нафига? Я не буду сейчас давать ответ. Попробуйте дать свой. Второй вопрос. А каким образом осуществлять кооперацию? В том числе принимать решения, управлять паями, распределять дивиденды, выстраивать какие-то технологические... Каким образом? В чем здесь будет отличие кооперации от обычной компании? И, наконец, каковы границы возможности этой модели? Потому что если вот этот третий вопрос не звучит, то, скорее всего, перед вами кто-то не совсем чистоплотный, потому что у любой модели есть границы. Да, вспоминаем живую природу, мы как бы венец творения, высокоразвитый вид, но вообще-то на планете массово доминируют бактерии, одноклеточные организмы, которые возникли на заре веков миллиарды лет назад. И им плевать на человечество, нашу высокую культуру и организацию, по-своему они невероятно продуктивны и эффективны. Значит, даже у такой высшей формы есть свои ограничения, и более того, она полагается на другие формы. И большой вопрос, кто из нас выше и кто из нас низший, если, например, говорить о выживаемости. Ну и давайте накидывать, как мы все любим, контекст решения задачи. Еще раз, кооперируются сотрудники, причем, внимание, квалифицированные, это важно, потому что строить производственные кооперативы с неквалифицированными людьми, которые, может быть, вообще не знают, не имеют общего языка, которые, может быть, сильно нуждаются, находятся в стрессе, не то же самое, что делать такие организации с, например, рабочей аристократии в лице программистов. В каком-нибудь там развитом городе, мегаполисе, там, вокруг производства какого-то современного программного обеспечения. И Б. Какие у нас есть специфические факторы, которые могли бы сформировать что-то вроде SWOT-анализа, проблемы, задачи, риски, возможности. В нижнем правом углу QR-код, где очень подробно рассматривается контекст строительство производственного кооператива и соответствующий инструментарий. Я не буду сейчас это говорить, потому что специально выступаю публично, чтобы можно было смотреть накапливаемый опыт, а говорить я буду о чем-то, о чем я недостаточно много говорил или еще не сказал. Итак, если мы смотрим пункт А и понимаем, что мы кооперируем квалифицированных сотрудников на растущем рынке, нам неплохо было бы иметь модель, которая рассказывает об этих сотрудниках и об этом растущем рынке. И здесь я привожу три замечательные книги. Это «Без шаблона» Финкенштейна, «Восхождение по спирали» Марка Розина и классический труд «Peopleware», это 1982 год, Тома де Марко, один из создателей парадигмы структурного программирования. То есть этот человек с точки зрения IT-индустрии стоит одной из таких основ того, как вообще сегодня программисты, айтишники работают. Почему эти книжки важны? Почему особенно важен Финкенштейн, книжка «Без шаблона», она самая крайняя, вот тут? Потому что они говорят, что вообще-то модели управления организацией сильно зависят от среды, в которой она существует. Контринтуитивная мысль, да, вот мы освоили молоток, и нам хочется всюду видеть гвозди и всюду работать молотком. Но вообще-то есть отвертки, а вообще-то есть клей, а вообще-то есть
какие-то штуки, которые вообще не надо делать. И можно просто расслабляться. Вот Финкенштейн рассказывает о том, что львиная доля управленческих задач, львиная доля экономических задач может успешно решаться не кооперативным образом, без какого-либо самоуправления. Более того, в каких-то областях или отраслях это опасно. И это к вопросу о том, что прежде чем уходить в строительство кооперативов, давайте поймем, а где заканчивается эта свобода, где заканчивается субъектность. Хотим ли мы, например, чтобы на атомной станции была кооперация? Какая там кооперация? Это гигантские вертикально интегрированные корпорации, которые только выигрывают от своей иерархичности, от своей стандартизации. К тому же, если делать единую энергосистему в масштабах такой большой страны, как Россия, или представить себе единую мировую энергосистему, то там за счет жесткого планирования сверху вниз можно достигать невероятной экономии ресурсов. И все мы знаем, как это работает, да, модернизация нашей собственной страны, ГРО, там последующие пятилетки, тот базис, на котором мы до сих пор стоим, во многом выстроен в этой парадигме. Причем эта парадигма антикооперативна. Это тоже важно понимать. Это как бы другая крайность. Но она тоже где-то нужна и где-то неплохо справляется со своими задачами. И дальше мы будем думать, как это подсобрать и выстроить в единую экосистему. Потому что, да, мне, допустим, нравятся собаки, но если все лягушки превратятся в собак, все бактерии превратятся в собак, ну, мы просто не выживем. И многие неприятные существа, которые лично мне глубоко противны, и, может быть, не вписываются в мою этическую систему, они на самом деле позволяют этим милым собачкам существовать. Поэтому об этом стоит думать. Ну и здесь детализация этой модели. Обратите внимание, тут, наверное, есть лазерная указка. Нет, тогда я сейчас просто покажу. Смотрите, здесь очень кратко, в книжке гораздо подробнее описано, как в зависимости от стабильности рынка, можно шире это трактовать, внешней среды, и от необходимого уровня мастерства сотрудников, о, супер, спасибо, необходимого мастерства сотрудников, у нас меняется целевая модель нашей организации. И кооперативы, которые, если мы строим с высококвалифицированными сотрудниками, оказываются демократическими организациями, а то и вовсе, в хорошем смысле слова, анархическими. Анархия не в смысле бардак, а в смысле того, что там нет авторитарной власти, в ней нет необходимости. Все настолько сознательны и настолько проникнуты общими ценностями, что не нужен какой-то внешний авторитарный координирующий институт. Так вот, если действительно для каких-то высококвалифицированных айтишников, где высокий уровень мастерства, где специалист готовится 15-20 лет, я не говорю про выпускников известных курсов, которые за месяц стали программистами и нашли работу. Я говорю именно о системно мыслящих специалистах, которые учились десятилетиями. И низкая стабильность рынка, потому что сегодня мы делаем какую-нибудь биометрическую систему, а завтра мы программируем ошейники для котов, послезавтра делаем какой-нибудь Web4 крипто-стартап. Там действительно мы можем приближаться к анархии, к полной свободе. Но если, например, у нас крайне низкий уровень мастерства, мы там просто кладем какие-то кирпичи, у нас высочайшая стабильность рынка. Да, например, мы понимаем, что, в общем-то, так как мы кладем кирпичи, крали кирпичи 50 лет назад, то система управления может быть технократия, как конвейер Форда, или автократия с мощным авторитарным сильным лидером, который на всех орет. И, в общем-то, это тоже будет работать. Может быть, кого-то это приведет в состояние грусти, а меня это радует, потому что мы понимаем, где в первую очередь будут полезны кооперативы, а где они, скорее всего, никогда не взлетят. И мы не будем расстраиваться из-за того, что у нас не получилось сделать кооператив там, где его сделать невозможно. И в этом смысле мы можем посмотреть на это как на эволюционное развитие, как на такую диалектику, в том смысле, что, сталкиваясь с какими-то противоречиями, живые организмы, в данном случае организации, придумывают новую систему управления, и подобно тому, как нервная система у живых существ эволюционирует от самых простых форм вплоть до отсутствия все более сложным, у нас эволюционируют организации. И можно представить это как, собственно, вот такой вот менеджер, который в традиционных структурах держит удавку на шее работника, именно работника, от слова «раб», который хочет уволиться, уйти на волю, то, собственно, систем, близких к анархизму, где непонятно, кто вообще кем руководит. Вот как бы сотрудник, он тоже держит веревку, так же, как и менеджер, и, в общем-то, это равноценные отношения.
Собственно, в высшей степени такие отношения могут достигать в кооперативах или в стартапах, где фактически все сотрудники являются соучредителями и нет как таковых инвесторов-небожителей. Но понятно, что это не во всех стартапах так. Кстати, вот эти все слайды, они принадлежат Марку Розину, компании Капси. Это, собственно, автор вот этой книги. И вот QR-код, если еще не отсканировали, сканируйте, добавляйте в закладки. Очень классный специалист и очень хорошая модель. Так вот, когда мы говорим про кооперативы, мы говорим про то, что этим организациям соответствует такая вот культура возможностей управления по ценностям. И, собственно, мы понимаем, что эта система подразумевает достаточно высокий уровень развития сотрудников, людей, субъектов, которые оказываются частью этих организаций. Ну и, собственно, возвращаемся, мы будем периодически возвращаться. Вечное возвращение, 16 минут говорю, укладываюсь. Так почему квалифицированные специалисты, почему на растущем рынке? Ну, собственно, с квалифицированными, наверное, понятно, чуть дальше тоже об этом поговорим, но потому что именно они по сущности своей хорошо кооперируются. Потому что неквалифицированные и бестолковые, но будут кооперироваться хуже. Попробуйте скооперировать кота. Может быть, до какой-то степени коты скооперируются, но люди скооперируются лучше котов, потому что ну, более развитые существа. А какие-то люди скооперируются лучше других. А почему на растущем рынке? Потому что внешняя среда, внешняя конъюнктура, например, мы делаем кооператив в информационной безопасности, потому что там можно без больших инвестиций, без гигантских средств производства, без каких-либо помещений, просто на удаленке делать дело. Соответственно, если вы попытаетесь сделать кооператив в модели агрохолдинга, ну, вам, наверное, потребуются десятки, сотни миллионов, территория, земля, вы привлечете каких-то инвесторов или государственный капитал, и степень вашей свободы, а следовательно и демократичность культуры может оказаться резко снижена. На мой взгляд, вот эта штука позволяет снять две фундаментальных проблемы кооперации. Нехватка капитала и отсутствие в собственности средств производства. Если мы делаем это на растущем рынке, где тем более нет высоких требований к капиталовооруженности, мы можем буквально взять и сделать компанию вообще без инвестиций, написать какой-то код или начать оказывать какие-то услуги, сидя на дому. И второй момент, почему квалифицированный, кооперативное поведение подразумевает определенный уровень интеллектуально-духовного развития субъекта. А если по существу говорить, способность воспринимать долгосрочные стратегии и не скатываться в волюнтаристские формы поведения. И в этом плане не надо идеализировать айтишников, это такие же люди, и, грубо говоря, из выборки в 100 человек, но если 10-15 будут способны к долгосрочной стратегии, несмотря на всю свою квалифицированность, это уже отличный результат. Если это делать с неайтишниками, может быть еще хуже, потому что ну, люди менее материально удовлетворенные и не такие образованные с еще меньшей вероятностью будут кооперировать. Айтишники здесь фигуральное слово, понятно, что к этому может относиться все, что можно назвать когнитарным или интеллектуальным видом труда. Какие-то дизайнеры, какие-то сложные профессии, связанные там, с архитектурой, с проектированием, возможно, некоторые типы учителей или преподавателей высшей школы. В общем-то, здесь никого не хочу обидеть. Не надо воспринимать айтишников как вот единственных представителей этого слоя. И важный момент. В сложных отраслях такой формат может быть экономически целесообразен. В сложных отраслях даже существующая рыночная логика капитализма может подталкивать нас в такой формат. И, собственно, если вы посмотрите на то, как эволюционируют некоторые технологичные компании, которые в офисе раздают пиво, которые позволяют сотрудникам самим выплачивать себе премии, в общем-то, вы увидите, что идет конвергенция. Если мы хотим построить устойчивую систему, мы начинаем внедрять в нее те элементы, которые соответствуют тренду, о котором, собственно, товарищ Егоров обещал в своем вступительном докладе, замечательно. Что этому мешает? Что же этому мешает? Казалось бы, круто, есть предпосылки, давайте всех когнитарных работников, всех когнитарных специалистов, айтишников, дизайнеров и т.д. скооперируем.
А мешает то, что все равно существует текущая экономическая организация и необходимость поддерживать существующие экономические цепочки. То есть это означает то, что все равно какое-то количество людей за рамками IT будет работать по-старому, потому что, ну, как мы поняли из Финкельштейна и Капси, это хорошо работает. А второе, даже когда мы нашли группу, с которой это можно было бы сделать, из-за неравенства людей по духовно-интеллектуальным способностям, из-за того, что ну, кто-то просто может думать дальше, а кто-то думает короче. У кого-то мотивация чисто финансовая и корыстная, а у кого-то мотивация нравственно-духовная, там более альтруистическая. Это факт. Поэтому там дальше я приведу источники, на которые опираюсь. Но, в общем-то, если вы об этом не знали и исходите из предпосылок, что все люди равны, все одинаковы, нет. Два человека могут между собой отличаться самым решительным и драматическим образом. Но хорошая новость в том, что с этим можно работать, в том числе просто поняв, что и этот человек ок, и вы ок, просто не сотрудничать в кооперативном формате. Мы же не обижаемся на представителей каких-то других культур или носителей какой-то другой мотивации. Если наш сосед хочет там Мерседес, ну ладно, я там рай в шалаше хочу, тоже ладно. Нормальные истории. Третье пунктуло — отсутствие развитых социальных институтов. Существующие социальные институты, они не про кооперацию в основном. Хотя существует куча примеров, когда люди изобретают эти велосипеды, и существуют традиции, которые из поколения в поколение передаются. Например, в плане педагогики здесь показательно то, что практики, созданные Макаренко, Шацким, рядом других педагогов-новаторов в начале 20 века, до сих пор передаются, и я в каком-то смысле являюсь, скажем так, передаточным звеном. И люди, которые непосредственно учились у Макаренко, их ученики учили меня. То есть в этом плане, хотя социальные институты не кооперативны, есть некоторые такие закладки, и если мы простроим эти институты, кооперироваться будет легче. Ну и нехватка самих субъектов, осознающих эту проблему, но то, что здесь в зале сейчас сидит такое количество народу, в прошлом году сколько было человек? По-моему, десяток, да, было? И больше. И большая часть спикера. А сейчас много слушателей, и в эфире нас смотрит с десяток человек, а на Ютубе, я думаю, посмотрит сотни и тысячи. Виден рост интереса к кооперативному движению, к кооперативной философии. Многие люди формулируют кооперацию как третий путь, и это означает, что субъект появляется. И прямо сейчас вы, внимательно слушая мой доклад, создаете этот субъект своими мыслительными усилиями. Итак, мы поняли, что в кооперацию возьмут не всех, и это нормально. На рисунке Роберт Киган – одна из моделей развлечения людей по уровню мышления. Киган, например, проводил исследования, и там люди, опирающиеся на Кигана, самоуправляемых компаний, и они, например, считают, что, в принципе, бесполезно пытаться делать что-либо, пока человек не достиг вот этой стадии. То есть они могут измерять степень развития человека и с высокой вероятностью предугадывать неспособность человека к кооперативному поведению. Но при этом это именно история про диалектическое развитие мышления. Эта модель не говорит, что я родился самоавторствующим разумом или там трансформирующимся разумом. Она говорит о том, что подобно тому, как в фитнесе или в математике или в иностранных языках есть разные уровни, и в общем-то понятно, что нужно делать, чтобы выучить английский на уровне advanced. В общем-то понятно, что нужно делать человеку, если он хочет развить себе кооперативные, скажем так, мышление, потенциал такого мышления. Второй тезис – кооперативный переход может занять годы, и, скорее всего, та экономика, то общество, которое выстроится, будет многоукладным. То есть оно будет похоже скорее на существующие экосистемы, где есть и бактерии, и высшие животные, и какие-то промежуточные слои, а попытка построить утопическое государство-кооператив, как Владимир Ильич Ленин писал в 1922 году в статье о кооперации, обречена на провал и просто опасна. Это вот все равно, что я скажу, что черви, бактерии, зло, весь мир будет населен собачкой. Но это страшная история. И здесь пример исследования одного из наших товарищей. Здесь, к сожалению, я сейчас попробую, может быть, если смогу передвинуть что-то, QR-код, можно было считать. Это карта развития практик, которые приводят к кооперации и самоуправлению в современной России с 90-го года и прогноз до 2035-го, что здесь будет. QR-код на это исследование Михаил Кожаринов, очень хороший наш товарищ. И, в общем-то, он считает, что сегодня у нас открывается окно возможностей, которое на какое-то время закрывалось после
неудачных практик перестройки и одновременно накладывается несколько трендов, включая чисто технологические. Современные цифровые платформы, интернет, изменение культуры, доминирующей в обществе. Ну, во всяком случае, молодежь в значительной степени склонна к кооперативному мышлению просто благодаря интернету, компьютерным играм, культуре доступности информации, открытости. И понятно, что вот я сейчас красивые вещи говорю, приятные, да, наверное, особенно старшему поколению, но не вся молодежь. Еще раз помним про экосистемы и помним, что всегда существуют разные социальные слои, и там, если условные кооператоры будут составлять 10-15% от общей численности какой-то социальной группы, это отлично. Какие же возможности дает кооперация? Создание более устойчивых экономических моделей и более справедливого общества на их основе, то есть повышенная вертикальная мобильность, распределение ресурсов по вкладу, справедливости, именно не по финансовому вкладу, по фактическому вкладу, социальная солидарность на базе более высокого уровня личностного развития субъектов, стимулирование инноваций и творчества, ну, потому что меньше иерархических барьеров, больше креативности, больше возможностей чего-то веселое делать. И вот здесь, внимание, ключевые институты кооперативной организации. На наш взгляд, если этого нет, то вы не кооператив. Первая история – это система советов, которая обеспечивает вовлечение всех участников в управление по фрактальному принципу. Здесь, безусловно, при росте кооператива у вас возникают эффекты необходимости создания каких-то органов принятия решений, даже там у нас в кооперативе я председатель, соответственно, какие-то вещи я могу делать без согласования с товарищами, и будет странно, если я буду согласовывать с товарищами, например, выставление коммерческого предложения. Но мои действия ограничены, я подвергаюсь ревизиям, контролю, при этом, соответственно, существует фрактальная система, когда есть проектная команда. Эта проектная команда принадлежит какому-то кругу, так у нас называется отдел, как у казаков, да, там были круги, а вот у нас в кооперативе тоже круги специалистов. А эти круги формируют общее собрание. Вот. Но, тем не менее, система советов. Дальше. Наличие общей собственности на средства производства и коллективное распоряжение активами. Если этого нет, если не реализованы в том или ином вариации, ну, например, да, в производственных кооперативах, независимо от того, какой пай у того или иного пайщика, всегда один человек, один голос. Всегда есть возможность поднять вопрос о изменении в структуре организации, об импичменте председателя, выделить ревизионную комиссию и провести некую проверку счетной палаты. В общем, наличие общей собственности на средства производства и коллективного распоряжения активами. Второй фактор. И третий фактор, он не очевиден. Но вам нужны выделенные сотрудники или подразделения, которые занимаются коучингом и развитием, которые проращивают в людях соответствующие модели мышления и практики. Похоже на чем-то религиозную историю, когда условно в государствах создаются институты, в древних религиозные институты, которые устраивали какие-то мистерии, по воскресеньям людей водили в церковь. Ну, это совершенно не обязательно делать в религиозном формате. Это может быть абсолютно светская практика, но да, у нас, допустим, в организации есть круг ментального здоровья, и с кооператорами работают психологи, психотерапевты, они рассказывают им про групповую динамику, учат правильно выражать свои мысли, учат конструктивно разбирать конфликты. Это кажется диким людям, которые не выросли в этой культуре, но по факту для этой культуры это просто неизбежно. И здесь примеры литературы. Особенно рекомендую диалектическое мышление. Я могу, если что, минут на 5-10 задержаться? На 5 можно. Хорошо. Диалектическое мышление развития взрослых, Бесечеса, которые на популярных примерах там буквально разбирают, как мыслят домохозяйки, показывают домохозяйку, которая мыслит не кооперативно и чисто формально, домохозяйку, которая познала прелести постмодернизма, релятивистского подхода и такое вот мышление относительное, и домохозяйку, которая познала силу диалектики. Буквально, он на Гегеля ссылается, тебе, Саша, прям понравится, думаю. Вот. И показывает, о чем диалектическое мышление лучше всех остальных, и почему именно оно важно, если вы хотите делать самоуправление. Почему именно оно ассоциировано с более зрелым уровнем развития личности. Поэтому организационная психотерапия и коучинг как инструмент доращивания организации до нужного состояния. Ну и, наконец, важность экосистемы институтов. То, что вот мы разбирали на предыдущих слайдах, это вот такое колдунство.
Это как, идя по какой-то нити, натянутой над бездной, построить кооператив во враждебном окружении с неподготовленными людьми, да, то есть даже если мы там берем квалифицированных айтишников на растущем рынке, все равно окружающие институты не кооперативные, все равно у людей есть какая-то альтернатива, типа пойти работать в крупную компанию, которая будет платить X3, а еще поможет с ипотекой. Зачем тогда вот париться? И действительно, многие люди выбирают путь оптимизации локальных интересов, разговоры о общественном благе, этике и так далее не сильно их привлекают, поэтому действительно нужно делать экосистемы института, чтобы цена входа в кооператив была гораздо ниже, чтобы быть кооператором было не только модно, почетно, там, этично, но и выгодно. И здесь возникает результат, это, кстати, если что, я там чуть дальше поговорю, это результат моделирования нашего финктенка, и вот здесь у нас там, допустим, кооперативы, кооператоры, а здесь возникающие в рамках экосистемы и маркетплейсы, о которых говорили, и ресурсные центры, и общественные фонды, и образовательные центры, причем с которыми соединены сертификационные центры для оценки развития кооперативов и кооператоров. Потому что мы помним то, про что я говорил, мышление можно измерять, мотивацию можно измерять, и все это попадает в исследовательские институты, в консалтинговые центры, а еще в рамках экосистемы есть комитет по этике, который может как корпус стражи исламской революции призвать к ответственности кооператив «Ренегат», который пытается оптимизировать налоги вместо того, чтобы развивать самоуправление и истинно кооперативные практики. В общем, экосистема. Схему потом можно будет поизучать. Ключевые элементы экосистемы – дифференциация участников по видам деятельности, то есть внутри экосистемы желательно, чтобы было много разных кооперативов, чтобы не только какие-то айтишники, что-то программирующие, а и реальные производственники, и хлеб там пекли, и школы какие-то появились, и еще что-то, потому что это позволяет выходить из доминирующей товарно-денежной парадигмы и внутри экосистемы, собственно, создавать не капиталистические отношения, а действительно кооперативные отношения. Я не буду говорить здесь страшное слово «социализм», но на самом деле это очень похоже на него. Но можно говорить и постиндустриализм, или постэкономика. То есть в зависимости от целевой аудитории можно использовать разные слова, потому что кооперировать нужно не только работяг, не только сотрудников, продающих наемный труд, но и предпринимателей, об этом чуть позже скажу. Второй тезис. В рамках экосистемы существуют культурные институты, научные центры, которые про коучинг, про развитие, про исследование, про педагогику, потому что действительно, чем раньше мы начинаем работать с человеком, чем раньше он осваивает диалектическое мышление, чем раньше он получает какую-то ценностную прививку, чем раньше он начинает жить в этой среде, очевидно, тем более кооперативным он будет. Ну и консолидация ресурсов, включая капитал, безусловно, который необходим для снижения порога входа неофитам. Разные подходы к созданию подобных организаций вот тут на замечательном канале Рома Архипова. Без экосистемы институтов вероятность провала отдельной организации крайне высока. Ну, потому что вы без атмосферы где-то там на Марсе пытаетесь создавать чудесный город будущего и сажать сады. Ну, нет, вам надо терраформировать Марс, построить атмосферу или хотя бы купол с нанороботами там, и термоядерными станциями. И различные модели организации нового типа. Я бы все же из-за технических накладок не 5 минут, а 7 попросил, хорошо, чтобы выгрузить. Различные модели организации нового типа. Здесь я пробегусь по тем нашим товарищам, коллегам, ну и не только коллегам, тут будут и не совсем те организации, которые про кооперативы, которые прямо сейчас размышляют и над моделью отдельно взятой организации, и над проблемой экосистем. И начать хочу с Ольги Самоваровой. Это автор концепции «Русский код управления» и замечательная книга «Время управлять по-русски». Ольга пришла к тому, о чем я рассказываю, через управление по ценностям, через Хавстеда, Инглхарта. Если слышали эти слова, они вам что-то скажут. Если не слышали, Хавстеда и Инглхарт – это исследователи, которые говорят, что у каждого народа есть своя культура, есть оптимальная модель управления, которая опирается на особенности менталитета данной общности. И позиция Ольги заключается в том, что проблема русских в том, что они пытаются управлять собой, опираясь на западные модели управления, которые плохо работают с русским человеком, потому что русский человек действительно существует. Другой пример – это Леонид Галкин, проект Red Starter,
Здесь, соответственно, люди идут от борьбы с эксплуатацией, и у них концепция социалистического предприятия, которое управляется своими сотрудниками, и где нет отчуждения, это постмарксисты, в хорошем смысле этого слова, и вот они выстраивают экосистему Red Start. Тоже QR-код, презентация будет предоставлена. Здесь уже просто самые разные организации, которые можно назвать консалтингом, таким бирюзовым, которые идут от предпринимателей, от того, как собственникам снизить издержки. Но в итоге они тоже внедряют практики, которые можно было бы назвать кооперативными. Они не про кооперативы в чистом виде, но элементы мышления, сбора обратной связи, открытого распределения доходов там тоже есть. Это очень интересно. Конвергенция. И рыба, и дельфин, который является млекопитающим, приобретают форму торпеды, потому что живут в воде. И чисто такие бизнес-консультанты и люди, мотивированные более идейно, они тоже приходят к одним и тем же практикам, потому что оказывается, что в современной экономике, как минимум в некоторых областях, в некоторой среде, с некоторыми типами сотрудников, это работает хорошо. И все-таки, да, вот это все прослушали, а зачем это все-таки делать? Давайте вот еще раз зададимся вопросом. Ну, первая политула, она пока самая доминирующая, пока у нас нет экосистемы, а пока мы живем в той экономике, в которой живем. Это этическая позиция и соображение совести. Хотим справедливости, хотим равноценности, хотим человечных отношений, делаем кооперативы. Это вот к психоаналитикам надо обращаться, почему там те или иные люди этого хотят. Даже, кстати, классный сайт «Знак перемен», там хорошие лакановские психоаналитики, объяснят вам, почему вы хотите быть кооператором. Вторая булитула – потребность в создании устойчивых организаций, нет для продажи. То есть вот по каким-то причинам человек хочет создать организацию, которую не купят кредиторы, там, не заберут там другие соучредители, которая будет жить 1000 лет. Но есть организация, которая больше 1000 лет, как правило, это семейные фирмы, а вы можете пойти дальше и сделать не семейную фирму, которая проживет 1000 лет. И третье – это конкретная конъюнктура, которая делает эту форму выгодной и интересной. Да, вот, допустим, в нашем случае создание кооператива – это, с одной стороны, этическая позиция, но, с другой стороны, то, что мы первый кооператив кибербезопасности, помогает с маркетингом, очень хорошо продвигает. В этом плане, когда я прихожу на какие-то конвенциональные конференции, именно айтишные, говорю, я председатель кооператива. Там скучные гендиректора, какие-то руководители направления, тут председатель. Это эффект Жириновского. Он очень неплохо привлекает внимание, если уметь им пользоваться. И, наконец, вспоминаем, я сейчас уже закончу, что кооперация – это методологический принцип. То есть кооперировать можно не только сотрудников, о чем я здесь так подробно говорил, но кооперировать можно и предпринимателей. Это кооперативный плакат, кооперация открыта для всех. И здесь вот даже, видимо, буржуй или нетман тоже идет в кооперацию. В этом смысле кооперативная методология позволяет нам кооперировать не только сотрудников, пожалуйста, еще время, но и предпринимателей. И, собственно, я здесь хотел бы презентовать одну из наших инициатив. Это комитет по развитию кооперативного предпринимательства, который создан на базе Московского городского отделения «Опор России». И здесь мой коллега, сопредседатель комитета Андрей Шутов. И Андрей, покажитесь. Да, если можно. К нему можно подойти и пообщаться в кулуарах, потому что сейчас мы ищем тех, кто хочет участвовать в создании подобных компаний, у кого есть соответствующий опыт, кто ориентирован на дело, а не просто на слова. В этом смысле наш комитет является площадкой для обмена опытом, площадкой для совместного строительства и развития каких-то инициатив. Сейчас это в первую очередь образовательная инициатива и популяризация, но мы намерены заниматься и строительством реальных организаций, и поддержкой. И вторая история – это уже мой частный проект. Это клуб неанонимных кооператоров, который в том числе порождает те исследовательские модели, концепции, которыми я делюсь на открытых конференциях. По QR-коду вы можете подписаться на мой блог Boosty, на базе которого это делается. И если там появится 1000 человек, сейчас там только 76, из них вносят донаты около 25. Если там появится 1000 человек,
то этот блок будет генерировать 1,5 миллиона рублей в месяц, и можно будет, например, раз в месяц делать семинары по обучению людей созданию кооператива. Или формировать какие-то общественные фонды, на которые будут инвестироваться новые кооперативные предприятия. Пример работы – это вот, собственно, Teams Integrity, ноябрь 2023 года. Мы выгрузили проблемы, которые существуют при создании кооперативов, описали их. Скоро будет выходить на Хабре цикл открытых статей, которые этому посвящены. Ну или вот там, к примеру, структура производственного кооператива, где председатель оказывается подчинен пайщикам и совету кооператива, и реализованы механизмы кооптации в совет специалистов из различных кругов, и при этом описано, а как между кругами идет производственная цепочка, создающая ценность и генерирующая компании деньги. Поэтому, если вас зацепил этот доклад, вы хотите посотрудничать или внести свою лепту в нашу исследовательскую активность, пожалуйста, подписывайтесь, приходите, будем рады. Ну и спасибо за внимание, социальные сети нашего кооператива, и я вижу вопросы. Вот там была первая рука, а потом вот здесь вторая. Так, давайте сначала поблагодарим Рустама. Да. Большое спасибо. И Иван Чекушин, Чекушин Хлеб, вы уже все помните, здоровье нации. Отличный доклад, мне кажется, лучший из всех докладов, который был сегодня, он по делу. У меня вопрос такой. Как Чекушин Хлеб может интегрироваться в экосистему вашего кооператива? Я просто попросил бы найти меня в Телеграме. Тут есть контакт, по которому можно Телеграм найти. Ну или в кулуарах сейчас пообщаемся. И, соответственно, сейчас у нас в экосистеме появляются люди, которые занимаются швейным делом, люди, которые занимаются 1С, люди, которые занимаются строительством. А это все малые предприятия, то есть самое жирное, которое там есть, это 100 миллионов годового оборота, но, тем не менее, это первые ласточки. И надо понимать, что это вот растет на умерщвленной почте, но она оживилась. Рустам, это форма производственного кооператива по 41-му или нет? Да, это форма производственного кооператива, но мы не против. И вот здесь смотри, я сейчас скажу важную вещь, что как раз мы дошли до того, что в рамках экосистемы нам крайне важно, чтобы было много разных форм организаций, вот, да, потому что вот это разнообразие, в том числе форм кооперативов, оно задает устойчивость, поэтому мы заинтересованы в кооперативах любой формы. Просто, ну а вот коллеги просят, вот какой бы совет бы дал вообще ребятам, в какой форме вообще запускать свое направление? Я бы дал другой совет, задуматься над тем, а вот для вашей ниши, для вашей отрасли, в городе, где вы находитесь, подойдет ли кооператив? Потому что вот действительно у коллеги тоже звучала фраза, что, например, на Камчатке скооперировать людей проще, чем в Москве. В Москве труднее всего. У нас кооператив зарегистрирован в Московской области, но у нас, значит, бизнес удаленный, и самые активные кооператоры – это Брянск, Курган и вот такие вот регионы. Ну, возьмем людей из Камчатки, делок-то. Они, вот здесь возникает следующий вопрос, с которым столкнулись большевики, когда они говорили, возьмем рабочих, и будет у нас пролетарское государство. Потому что в руководстве сидят же рабочие, и там Хрущев кто-то сегодня вспоминал, не работает, потому что рабочий, будучи оторван от своего производства, или житель Камчатки, оторванный от Камчатки и перемещенный в Москву, превратится в кого? В москвича в первом поколении. Рустам, приветствую тебя, добрый вечер. Иван Кошнов, секретарь ОДК. Такой вопрос, я помню, как-то, может быть, задавал тебе, все-таки вы не рассматриваете, вот ваша команда, создание, то есть не переход, а просто создание второго кооператива, именно не коммерческого, потребительского, объясню почему. Насколько мне известно, сейчас вот последние изменения в законодательстве, предполагается, что производственные кооперативы каждого пайщика должны уже вносить в ЕГРЮ. Уже вносим. Уже вносите, да. Ну, например, если это достаточно массовый процесс, это... как сказать, с технической точки зрения, ну, я понимаю, через ЗЦП, если это вносить, то есть это вам не составляет труда? Как смотри, это очень хороший вопрос, и здесь как раз история о том, что в конструкции, которая у нас сейчас получается, пайщик – это субъект, который гарантирует правила игры, и число пайщиков меньше, чем число других субъектов, которые, фактически являясь кооператорами, пайщиками не являются. И эта модель базируется на том, что у нас пайщик – это не пассивный человек, который может в какой-то момент там, сказать, а я не хочу работать,
а я там не хочу нести ответственность за там какое-то направление. А пайщики — это люди, которые в результате своей работы показали а. заинтересованность в именно судьбе кооператива, б. готовность иметь убытки, нести риски того, что что-то пойдет не так, и из своего кармана доставать деньги для того, чтобы стабилизировать систему, либо там трудом это вкладывать. И получается, что в конструкции Роткопа институт пайщиков будет скорее похож на выборный совет, куда люди попадают, могут находиться там бессрочно, пока на общем собрании или на каких-то обзорах со стороны коллег не поднят аргументированный вопрос об их несоответствии статусу пайщика. И при этом институционально мы планируем делать выборы в пайщике не чаще раза в год. Потому что изменения в ЕГРУ негативно влияют на информацию об устойчивости фирмы с точки зрения проверок, ну, контрагентами на тендерах там и так далее. И, соответственно, у нас пайщики — это скорее вот ты становишься пайщиком, получая дополнительное обременение, а там дивиденды и так далее, они тебя не сильно мотивируют, потому что ты можешь получать дивиденды, долю в проектах, просто являясь сотрудником или заключая с кооперативом договор ГПХ или работая как АП. Ну, это, по сути, получается, как кандидаты в пайщики получают. Ну, в какой-то... Можно так сказать, да. Ну, вот для этого, может быть, и стоит создать некоммерческий кооператив, чтобы загнать одну группу туда. Согласен. И более того, потреб кооператив как такое ядро, координирующее интересы других участников, которые в эту потреб кооперацию вошли, в том числе каких-то юрлиц некооперативных, мог бы быть целесообразен. Мы об этом думаем, мы это понимаем. И тебя, и Сашу Чернышова помним. Да, и... да, спасибо. Да. Спасибо, очень интересно. Так, спасибо. Там вот вопрос, у вас вопрос был, по-моему, да? Нет? А вот там вопрос. Да, доклад действительно интересный. Я, так сказать, только вначале понял, что это вот знаменитый Рустам Гусейн, вот так, который онлайн вас видел, слушал. Ну, маленькое замечание такое. Вы как-то избегаете слова демократия. У вас там было вначале между анархией и автократией. Ну, да, вот это как-то... Настоящая демократия — это есть то, о чем мы говорим, самоуправление и так далее. А то, что все люди не равны, абсолютно согласен. Вот. Но это еще, знаете, критика самой демократии, когда она есть, то есть как самоуправление, еще Платон дал. Вот. Но дело в том, что он не дал механизмов, как вот этих вот золотых-то людей, вот, вот лучших, как их из всех слоев общества поднимать наверх. То есть я не думаю, что кооперация это даст, эту возможность. Вот. Ну и потом Ленина. Мы многим занимаемся вот нашим Россоюзом. Не стоит так. Мы критикуем сталинистов постоянно, что они его не поняли, исказили, что социализм не было построено. И Ленина тоже не идеализируем. Там я сейчас нашел по Абзаковому такие моменты в январе 18-го, что у меня вопросы возникли. Еще там есть вопрос, как он понимал. Он, оказывается, был против того, что мы называем народными предприятиями, по идее, в мае-июне. Это вдруг открыл для себя там, в 17-м году еще. Он говорил, что это мелкобуржуазный и так далее. Что как раз огосударствление, значит, но это же не общественный собственность. У Ленина вообще была концепция того, что в итоге кооператив – это единый государственный кооператив, как да. Левиафан целый. Вы знаете, он кажется, дураком не был, да, он гениальчик. Он это понимал, сказал. Но я думаю, в чем здесь тогда червоточина? Наверное, в том, что он недооценил значение красной бюрократии. Если советская власть, самоуправление, вот это вот по-настоящему, может быть, это было бы и возможно, общественная собственность в таком виде. Но на самом деле все это красная бюрократия просто остановила на государственной собственности, которую мы прекрасно знаем и так далее. Вот. Ну, не стоит, ленинский такой очень глубокий мыслитель здесь, как бы, и он недопонят, и он не дал, он просто забыт. Настолько мы живем абсолютно в постсталинское время, вот и в глобальном смысле. Я очень сильно уважаю да. Владимира Ильича. Сейчас комментарий. Смотрите, все так, и именно поэтому я делаю важный акцент на экосистему и институты. И, собственно, если мы ленинский пример хотим покрутить, львиная доля проблемы того, что получилось, да, вот этот мутантный социализм, как Бузгалин говорит, или там деформированное рабочее государство по Троцкому, оно связано с одной простой вещью. Они, как авантюристы, сделали ставку на мировую революцию. И они думали, что диктатуры пролетариата разных стран, договариваясь между собой, и разные партии коммунистические во всех странах, собственно, все проблемы сами решат.
А в итоге они оказались в условиях враждебного окружения, сформировавшейся элиты, которая быстро олигархизовалась, причем это еще при жизни Ленина начинается. Если мы читаем статьи типа «Как нам реформировать Рабкрин», мы видим завуалированную критику того же Сталина, потому что он, возглавляя Рабкрин, довел его до такого состояния, за которое его критикует Ленин. Соответственно, важность экосистемы, и вот условно, пока Радкоп, допустим, наш производственный кооператив один, и все это держится во многом на там, моральном авторитете, каких-то вот знаниях, навыках. Ничего не гарантирует, что там завтра пайщики не свергнут меня, а следующим поплом не сделают это ООО. Но если мы грамотно объединимся, если мы поймем, что у нас есть время, есть возможность, в частности, можно вступить в комитет опоры России и содействовать кооперации предпринимателей, или, если вы хотите помочь исследованиям, подписаться, войти в клуб неанонимных кооператоров и вносить туда свою лепту, если мы простроим эту экосистему правильно и будем еще понимать, что желательно строить ее не только на уровне отдельно взятой страны, но, например, вот на мой взгляд, вот эта кооперативная парадигма, она чудесным образом решает вопрос культурного влияния на постсоветском пространстве. Потому что эти кооперативы, они могут, например, агрегировать уехавших специалистов, там, которые сейчас в Грузии, в Армении живут, и формировать из них кооперативы, связанные с Россией, могут делать какие-то межгосударственные кооперативы. Собственно, про Иран тоже вот звучало хороший пример. Ну, в общем, это очень интересно со всех сторон. И вопрос, вот здесь ведущий говорит, я задам именно как вопрос, хотя здесь, в принципе, вы уже ответили на целые три вопроса. Ну, вот стоимость, присвоение стоимости чужим трудом созданной, это вы вообще рассматриваете как некий феномен, то, что Маркс открыл и так далее, то, что мы вот общественной собственностью не называем, и, а по сути, говоря о кооперативах, мы вообще об этом не говорим, мы говорим о каком-то больше экономическом тренде, то есть вот лучше, эффективнее, продуктивнее, вот вы говорили, хорошо, здесь они будут вообще кооперации хороша, а здесь она нафиг не нужна, это правильно, да, но если по глобальном плане. Вот этот феномен эксплуатации, он существует. То есть, ну, как это, мы не решаем это, вообще об этом не говорим. Смотрите, с марксистами, которые читали Ленина, Энгельса, Маркса, Сталина, мы об этом можем поговорить. И здесь под капотом той парадигмы, в которой мы работаем, лежит так называемый новомарксизм. В чем смысл? Новомарксизм говорит, что классическая марксистская оптика, которая говорила, что вот пролетариат – это класс, которому суждено устроить мировую революцию, надо обобществить средства производства, мы говорим, что она неверна, что Маркс здесь напутал, что подобно тому, как буржуазные революции и капитализм произошли за счет появления нового класса буржуазии, отличного от феодалов и крестьян, точно так же новый фазовый переход будет осуществлен так называемым когнитариатом. Это работники интеллектуального труда, работа которых так или иначе похожа на то, как сейчас выглядит производство open source, например, написание Linux, работа которых сильно выигрывает от открытости, от самоуправления, которые создают по существу не товары. По существу не товары. Когда разработчик пишет код, он вносит свою лепту в общий труд, то, что Маркс называет общий труд. И в этом смысле он усиливает общий культурно-духовный интеллектуальный потенциал человечества. И вот если это простройка, это аксиома, это гипотеза, может быть, это бред. Но если это верно, то действительно можно сказать, что при том цивилизационном тренде, который у нас есть, все большее количество людей будет становиться похожим на айтишников, будет возникать понятие новой грамотности, будет возникать пост, какая-то экономическая постиндустриальная формация, и будет возникать когнитарный способ производства. Когда роботы там, и нейросетки будут делать львиную долю черной работы, а люди будут креаторы. Но, возможно, сейчас стал полный бред, и если вы не знакомы с историческим материализмом, то это нормально, если вы вообще ничего не поняли. Я сам как бы эту оптику... Это аксиома, это бред. А это диалектическое мышление. Осваиваем. Спасибо, да. Тимофей Ларионов, присоединяюсь к благодарностям Рустаму. Пару лет назад на лекции в библиотеке, на которой Иван задавал свой вопрос про потребительство кооперативное, у вас было соотношение пайщиков, фактически пайщиков производственного кооператива с сотрудниками, по-моему, 7 человек, там, условно, нескольким десяткам, 50-70 сотрудников, все сохранилось, которых я видел на вашем прекрасном корпоративе. Все сохранилось. Да, все сохранилось. 10 человек вы не перевалили. Пока нет, если Бог даст, это случится в следующем году. И тут связано с тем, что когда ты выстраиваешь такую организацию на ходу,
тебе надо параллельно решать кучу задач, связанных с чисто бизнес какими-то моментами, и, соответственно, одновременно заниматься пониманием вот этой культуры, пониманием реальных механик принятия решений, еще юридической плоскостью, а расширение состава пайщиков — это еще юридические механизмы. А цель такая есть? Конечно, есть. Чтобы все, ну или большинство, или существенно. Нет, вот здесь, вот здесь внимание. Пайщиков. Вот почему я избегаю слова демократия. Потому что демократия — это власть большинства. Запрещенный в Российской Федерации Адольф Гитлер пришел к власти в результате демократии. Если не знаете, почитайте Томаса Манна «Темная сторона демократии». А именно поэтому важно, исходя из понимания динамики развития личности и из неравенства людей, четко сказать, что для нас важна равноценность, для нас важна справедливость, для нас важна максимизация равенства возможностей. Почему я так витиевато говорю? Максимизация равенства возможностей. Почему я не говорю равенство возможностей? Ну, потому что, например, возможности женщины на берегу не равны возможности мужчин. Она может родить. Мужчина пока родить не может. Во всяком случае, в нашей стране он точно не может рожать. Так вот, понимая вот эту историю и понимая, что у тебя фазовый переход личности с одной ступени на другую обычно занимает 5-7 лет, ты понимаешь, что, грубо говоря, в организации из, например, 100 человек, если у тебя действительно есть там 7 людей дороже до состояния пайщика, а там остальные не доросли, с высокой вероятностью, если не заниматься их психотерапией и не ускорять их развитие. То есть ребенка можно не за 11 лет из школы выпустить, а, допустим, за 3. Но это будет сопряжено с определенными психотравмами. Такие примеры есть, но согласится ли на это пайщик? Это большой вопрос. Поэтому цель есть. Более того, есть уже понимание того, как делать, что именно класть в неделимые фонды. Потому что у нас только в 2023 году появилась первая прибыль. До 2023 года кооператив прибыли не генерировал. В конце 2023 мы зафиксировали около 10 миллионов прибыли. Вот в этом году мы достраиваем механизмы функционирования совета кооператива, потому что на берегу нарисовать совет, сказать, что мы совет, это не то же самое, что отладить его полноценную работу, обеспечить присутствие в совете достаточно компетентных представителей каждых кругов, потому что, ну вот, например, не знаю, круг доярок, а там нет вообще людей, которые что-либо понимают в бухгалтерии, и в совете, когда они утверждают аналитические отчеты, выясняется, что доярки простаивают. Какая же это справедливость и равноценность? Но вы начинаете этих доярок докачивать, представителя доярок, а представитель доярок не докачивается. И вы думаете, что вы запустите полноценный совет за 3 месяца, а в реальности там уходит 1,5 года только на то, чтобы научить людей. И в этом смысле вот еще раз подчеркну, что все то, о чем ты спрашиваешь, расширение состава пайщиков, подлинные механики самоуправления. Да, все это целевая программа, но из-за того, что у нас сейчас нет институтов, во многом это можно сделать только из-за этического соображения сейчас. А в будущем, если вот условно мы хорошо здесь поработаем, мы можем вот то, что ты говоришь, делать уже там в первые полгода существования организации. Ну вот у меня еще 2 коротких вопроса в развитии. А вот эти люди, ну условно, доярки, или вот эти прекрасные молодежь, которых мы видели, они не стремятся стать собственниками и войти в число? Это первый. И второй, есть ли оценка примерная, хотя бы порядковое соотношение выручки к вот этому отделу коучинга и развития, о котором ты говорил? Хороший вопрос. Смотри, с высокой вероятностью это соотношение не очень большое, но на ранних стадиях развития организации оно может быть чувствительным. Я бы скорее сказал, что в абсолютных цифрах, даже там на компанию из 150-200 человек, 3-5 миллионов в год должно хватать. В этом смысле тут скорее абсолютные величины, что вам просто нужно, там, грубо говоря, 2-3 там, коуча-фасилитатора, и в целом они могут работать по площадям, им не нужно работать все время там, со всеми людьми. Вы, грубо говоря, работаете с советом, выращиваете совет, потом начинается работа с отдельными кооператорами, с отдельными сотрудниками. Там типа в бюджете 3-5 миллионов на год это реально сделать даже для большой относительно организации 150-200 человек. Про первый вопрос. Большинство вообще об этом не думает. Большинство вообще не думает о том, чтобы становиться пайщиками. И там условно 80-90% людей просто ищет безопасности, доверия, комфортной среды, самореализации. И здесь я хочу еще сослаться на замечательное, собственно, исследование Ольги Самоваровой,
которая позволяет лучше это отрефлексировать, Ольга показывает, что русские в целом среди многих народов очень нормально воспринимают дистанцию власти. То есть, в принципе, русским ок иерархические структуры и сильные авторитарные лидеры. Это правда. И, соответственно, вот просто с точки зрения нашего культурного менталитета, вот есть иллюзия, что вот у нас была община, вот у нас были... Да, но они во многом строились на эффекте сильного лидера, бригадира, там, воеводы. И это не то же самое, что там партнеры собрались и все на месте на равных решают. Это скорее, Игнатич, ты нормальный мужик, ты там медведя завалил, говори нам, что делать, а мы будем тебе доверять. И это несколько другая парадигма, но это все решаемо. Просто хочу добавить, Сергей Пинцлегер, да, я даже на его семинаре была. Там прям все рассказано про то, почему так и не так. Это очень интересно. Это согласуется с тем, что мы сейчас обсуждали, или он... Окей. Спасибо, давайте заключительный вопрос. Добрый день. Фамилия Киселев, зовут Сергей Дмитриевич. Ну, во-первых, хочу поблагодарить за такое обширное выступление, так же, как Елена, так же, как по истории. Вот такие мероприятия не должны время от времени случаться, потому что все идут из разных направленностей своей деятельности и жизни. Но надо просто... Кооперация – это объединение. Объединение возможностей и замыслов. Нет общих замыслов, не будет действия, но они где-то будут проходить. И когда мы делимся этим, получается продолжение жизни. Сегодня мы, вот, например, оказались в таких сложных условиях. Да? Моя профессиональная деятельность, я моряк. Так, это сама презентация у нас началась? Нет, нет. Или вопрос? Я просто хочу не вопрос подвести. У нас сейчас будет блок как раз, вот, вы сможете выступить. Вот это нужно априори как есть. В финале этого хотелось бы видеть, чтобы все презентации были доступны до участников. Практика говорит об обратном. По принципу женился, города обещают, как женились, деревеньки жалко. Потому что нет обратной реакции. Сейчас время не займешь. Поэтому вот хотелось бы от вас видеть, куда можно обратиться, получить презентацию, задать вам вопрос, а потом увидеть на каком-то сайте или в каком-то чате. У нас есть такие... Что необходимо было бы... Мы сейчас в конце выведем. Женя Оператор, там есть специальная чат-группа, канал, все там... Туда выкладываем. Да, туда выкладываем. Скажи, как он то, что Иван сказал, все презентации будут выложены в телеграм-канале общественного движения Кооператор.